Дополнительные выборы депутатов в органы муниципальных образований в сентябре этого года пройдут уже по новым правилам. В апреле в федеральное законодательство были внесены существенные изменения. Теперь поправки нужно внести и в два региональных закона – о выборах и референдумах, и о выборах главы. Так будет упразднена избирательная комиссия муниципального образования. Впрочем, в республике их и так не было. Полномочия исполняли территориальные избирательные комиссии. Еще одно изменение – члены избирательной комиссии с правом совещательного голоса продолжат работать только на уровне Центральной избирательной комиссии и на уровне региональных избиркомов. Кроме того, собирать подписи избирателей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов и проведения регионального референдума можно будет через единый портал государственных услуг. То есть у нас в законе закрепляется право кандидата, политической партии, предположим, собирать подписи избирателей в поддержку выдвижения через единый портал государственных услуг. До 50% подписей можно собирать таким образом. Это максимально предусмотренный федеральным законодательством размер для субъектов. Появится и возможность проводить дистанционное электронное голосование. Правда, как отметили депутаты Госсовета, КОМИК таким новшествам пока не готова. А все потому, что не во всех населенных пунктах есть интернет. Поправки в выборное законодательство парламентарии рассмотрят на заседании 23 июня.